Всем привет, с вами Квина. Мы продолжаем играть в игру This War is Mine. Показывает, как мирные жители страдают во время войны. Так что ты у нас спать в кровати устал, да. Ты охранять. Покормим вас на следующий день. Голоден. Зато ты здоров, Паша, радуйся. Так, что у нас ветхая трущоба. Огромное количество материалов, много оружия, много запчастей. Церковь, это что-то новое. Место сборищ местных жителей. Много, огромное количество, требуется осторожность, много запчастей, блин. Мы еще здесь не все выбрали. А что в гараже? Была автомастерская раньше, управляли пожилые мастера, сыны живут здесь. Мы сможем торговать с ними, снять, мы сможем найти много полезных запчастей и, возможно, немного еды. Добывать. Видимо, чтобы с ними торговать, надо вещи с собой брать. Так, идем сюда. Интересно, сбежали ли владельцы? Ты можешь туда запрыгнуть? Сюда. Что нам нужно для лопаты? Куча всего. Так. Никто нас не заметил. Вроде тихо, да? Надо смотреть осторожно во все стороны. Ого, сколько здесь всего. Всего две доски можно взять, блин, печалька. Так, три. Ставим два места. Блин, сколько здесь всего. Здесь можно спрятаться, взять всякое, якое. Что там? Кто-то накорябал на стене. Прятки окончились, встретимся на небесах. Как-то это не вызывает оптимизм. Это был выстрел. Бежать, бежать. Мне нужны лекарства для отца. У тебя есть? Это он мне сказал. Блин, мне послышалось выстрел. Это он так ходит. Он нас не убьет, да? Не могу нормально заснуть с тех пор, как началась бомбежка. Он же не нападет? Это что? Торговать, да? Наши вещи. Так, что у него? О-хо-хо, снаряжение. Может, здесь боль? Не будет лекарства бинтом? Не будет, но мы перенесем. Лопата. Может быть, обменяем все, что можно, на лопату. Так, не пойдет, давай больше. Жадный ты. Боже мой, там стреляют. Что это? Распиливает металлические прутья, пробирается в недоступные места. Интересно. А это? Да, жалко не Кэт. За все это за одну отмычку. Ну, хоть ее делать не надо будет. Но... Одну. Так, ладно, на вторую. Не пойдет, не пойдет. Так, а это?
столько всего хочется. Так, лекарства. Ладно, я поняла. Потом придем с тобой, обменяемся, если получится. Так, а сюда можно? Наверх. Посмотреть, что у вас есть тут. Ты же не застрелишь меня за это, надеюсь. Что-то тут есть. Так. Пойдемте еще одну отмычку обменяем. Так. Идем, обменяем. Что это значит, я не знаю, но я, если это в оба красит, то мне не подходит. Так, все, договорились. Хорошо. Может, так мы наторгуем на 3 отмычки. Только деревяшки собирает. Видите, здесь, видимо, отец. Ого-го, ого-го. Сейчас мы наторгуем. Так, идем сюда. Стреляют, стреляют. Чё, всё, ничего другого у нас больше нету. Только 2 отмычки. Так, дорого обойдется, дорогой. Дорого. Много, говорит, дорого. Ладно. Еду. Так не пойдет. Интересно. Надо больше деревьев сейчас. Иди сюда. Так. Все деревяшки. Деревяшки, железячки. Давай, давай, бери, блин. Так, надеюсь, хватит выйти. Я бы, конечно, так могла поменяться на что-то типа лопаты, но... Лекарство для отца мы... Хорошо. Так, ладно. Мы обменяли все. Все отмычки. Больше ничего интересного нету. Давай, беги быстрее. Здесь никого нет. Я не думаю, что нас застукают. Так, железяка, деревяшка. Все, да? Всего полно. Давай идем посмотрим, что здесь. Тут еще кто-то. А, это их двое. То же самое. Ножовка. Ну да, ножовки нету. Ничего интересного. Непонятно. Ладно, поэтому уходим. Что скажешь, уходим. Добывать. Как-то вернуться обратно. Так, может быть, мы возьмем лекарства и поможем их отцу. Но у нас самих там 3. Голодных ртов и больных. Так, сейчас, наверное, надо что-то построить, что я не знаю. А, да, к нам нужно эти лопата. Лопата, ножовка. И открыть двери, завалы. Так, как у вас дела? Все в порядке? Напали. Ночью. Бруно заболел, необходимо лекарство. Кто-то пытался ограть, придет просто парочка мародеров. Поэтому они смогли нанести лишь немного вреда. Как жаль, что у нас не было оружия.
Катя получила ранение, но градителям не удалось многое отнести. Мы способны защитить себя. Павел занимался поисками провизии. Принес кое-что интересное, да. Что они там? Еда у нас как? Да, есть. Катя, что там? Так, у нас Катя голодна, больна, легко ранена, спокойно устала. Иди сюда, поешь. Паша идет спать. Бруно голодный, болен, приходит в себя. Так, ты идешь открывать что-то. Что-то у нас там было закрыто вот здесь. Пашка, спи. Ты устал, наверное, да? Иди спать. Катя, ты поела? Ты ж поела. Хорошо, когда мы можем немножко помочь друг другу, как помог Павел жителям гаража. Поела, и что? Она все еще голодна? Книжка у нас есть. Можем сделать топливо. Еда. Всякое. Вот все. Отлично. Так, Катя, ты раз ты тут стоишь, устала. Кто там? Бруно. Бруно, да? Где кровать сделаем? Катя. Ты идешь сюда, открываешь этот завал, мы сделаем. Уверен, что Бруно справится с легким кашлем. Хорошо? Ты можешь быстрее ходить. Бруно очень голоден и болен. Бруно, иди и прими лекарство. Паша спит? Паша спит. Хорошо. Бруно, кто-то за дверью. Ой, блин, дети. Так. Катя, ты идешь открывать дверь. Бруно, ты принял лекарство? Под лекарствами, хорошо. Так, кстати, Бруно, иди еду готовь. Катя, что там? Мама заболела, пожалуйста, помогите. А как мы можем тебе помочь? Мы живем в нескольких кварталах отсюда, наша мама сильно заболела, нужны лекарства. Останется лишних, если ей не помочь, она умрет. Тогда папа ушел на войну, мы остались одни с мамой. Пожалуйста, помогите спасти. Может быть, позже. Что нужно? У нас нету лекарств, получается. Так. Что? А, топливо. Иди топливо сделай. Нет. Ты, нет, не пойдешь. Топливо сделаешь. Ты пойдешь сюда. Здорово, что Павел помог жителям гаража. Ну, как это, так сказать, помог. Вроде не помог. Так, иди сюда. Так. Взял. У нас водка есть. Так, что я хотела сделать? Станок. Так, мы можем топливо сделать. Сделать так. Катя, а ты открыла дверь? Паша спит, потому что ему... Ага, встал, он очень голоден. Нам надо... Пошли сюда. Бруно, готовь еду. Уля, уля! Это что... Нужно еще одну сделать. Вареная еда. Это вареная еда. Это вроде много еды. Идем сделаем еще сюда этого топлива. Еще одно топливо сделаем. У нас вроде книжек. Парочку есть. Так. Идем сюда. Маша. Отлично. Сделай на всех. Я так понимаю, что это всех. Сделать Паша. Так, кстати, Катя. Там тоже нужно взламывать. Так, кажется, у меня жар. Лучше пойти в кровать. Иди в кровать.
Паша, ты очень голоден, да? Что это алкоголь, да, у нас? О, пойди съешь. Подожди, а, ты съел, съел морковь? А, нет, это мы ее использовали. Сможешь съесть еду сырую? Нам бегуна надо. Все еще очень голоден. Блин, жалко, что не жарено. Ну, жарь, да. Бруно, а ты как, еду готовишь? Блин, спи, спи. Паша, иди поешь, там еда есть. Нам две еды сделали. Ты, надеюсь, только одну съешь, что два раза кликнула. Съел мне сырую еду, вот бы добавки, слушай. Ну, наглый какой, да? Так, иди сюда. Там Катя вся голодная, устала, но спокойная. Так, нам нужно универсальность. Так, нет, нам нужно... Ну, нас справится. Паша, срочно, срочно... Нет, вот это вот. Катя, ты там это заканчивай, Паша. Плита у нас есть, верстак есть. Ах, это жалко тратить. А, кровать нужно сделать. Вот, еще одну кровать. Подвал будет для этого дела. Все смогут отдыхать нормально. Паша, может быть, сделает кровать. Ой, кстати, на верстаке, по идее, можно сделать... Вот на этом можно было сделать лопату. Но нет. Так, тихий дом. Тихий дом, жилой дом, жилой массив, который остался практически нетронут. Это тихий район, застроен небольшими домами с крылечками и садами. В большинстве домов до сих пор живут люди, пытающиеся вести нормальную жизнь. Но здесь нечего делать, если мы не готовы воровать. Мы не готовы воровать. У нас нет пистолета. Супермаркет. Тут должны оставаться большие залежи провизии. Этот магазин обслуживал весь район до того, как район превратился в зону боевых действий. Поскольку эту территорию теперь контролируют военные, делать покупки здесь может быть опасно. Однако риск может быть оправдан, поскольку тут должны быть оставаться большие запасы провизии. Ты можешь спать в кровати? Нет, кровать еще не готова. Очень голоден. Так, ты спишь в кровати, ты просто спишь или охраняешь? Спи, спи. Стало. Так, Паша нас добывает. Да, мы на этом месте заканчиваем серию. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока-пока.